Приближаются майские праздники. В преддверии значимых событий в городе, во всех общеобразовательных, среднеспециальных учебных заведениях учащиеся наводили порядок на прикрепленных за ними участках. В этот день многие организации также вышли на субботник, чтобы благоустроить территорию своих учреждений. В задачу субботника входит улучшение внешнего вида и состояния на центральных улицах, парковых зонах города, прилегающих участках, ведомств муниципалитета, но и, конечно, привитие у молодежи бережного отношения к окружающей среде, подчеркнула учитель истории гимназии номер 3 Раиса Татанова. Мы решили провести акцию небольшую в субботнике. Участвует гимназия номер 3, все классы, у каждого свой участок. Хотим, чтобы город был чистым и было все красиво. Чистота – залог здоровья. На территории города практика субботника вносит систематический характер. Независимо от общереспубликанских мероприятий, руководство города подчеркивает, что цель мероприятий по благоустройству – это поддержание чистоты на скверах, улицах и придворовых территориях, а также формирование у жителей ответственного отношения в плане санитарного порядка в общественных местах. В преддверии майских праздников все школы города вышли на субботник. Решили навести порядок в нашем городе, побелить бордюры, деревья. Мы, учащиеся 5-й школы и учителя, тоже приняли активное участие. Все с огромным удовольствием решили навести порядок в своем городе, потому что хотим, чтобы наш город процветал. И призываем всех жителей города тоже выйти на субботник, навести порядок. В минувшие дни почти во всех городах и районах республики прошла массовая уборка прикрепленных участков. Участники, вышедшие на субботник, выражали надежду на активную позицию всех горожан и призывали каждого жителя города навести порядок на придворовых территориях своих домовладений. Но наведенная чистота в весенние и апрельские дни должна быть поддержана в течение всего года. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».